Любители романтики и морских приключений собрались в минувшие выходные в морском клубе «Полярный Одиссей» на фестивале «Алые паруса над Онега. Ковчег мира», который прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Петрозаводского городского округа. Знаменитый клуб морских путешественников, созданный в Петрозаводске более 30 лет назад, как историко-культурный центр, сохраняет традиции морского дела и российского судостроения. Фестиваль – это возможность рассказать молодежи о том, чем занимается «Полярный Одиссей», передать новому поколению дух романтики и героических приключений. Открыл фестиваль сам император Петр I, основатель российского флота, чье 350-летие отмечают в этом году. Зрители стали свидетелями морской баталии, а затем смогли прокатиться по водам Онежского озера на шхунах и лодьях, построенных на верфях «Полярного Одиссея». В музее клуба можно было познакомиться с историей дальних походов его участников по Белому, Балтийскому и Средиземному морям, на Шпицберген и Аляску. В компании Грея и Ассоль под сенью настоящих алых парусов, таких же, как в романтической феерии Александра Грина, заключить меморандум о дружбе, любви и верности. В рамках фестиваля прошли городские соревнования по парусному спорту и гребле. Подробнее об этом событии в одном из ближайших выпусков «Территории культуры» расскажет Татьяна Чаплыгина.